В этом видео мы рассмотрим смешной набор вот таких вот игрушек. Сделаны они в виде разных животных – крокодилы, утка и жаба. Сделаны игрушки из латекса и наполнены полиэфиром. Материалом, который похож на вату. Они мягкие, а при нажатии игрушки издают нерезкие звуки пищания. Такие игрушки лучше приобрести щенкам или собакам мини-пород. Тогда они прослужат долго и, скорее всего, станут любимчиками у вашего животного.